Полицейские Казани разыскивают мужчину, который надругался над 13-летней девочкой. По версии следствия, происшествие произошло 8 мая в одном из домов по улице Серова. Возвращавшаяся из школы девочка зашла в лифт. За ней забежал мужчина. Именно там он и начал совершать развратные действия. Подросток испугалась и начала звать на помощь. После этого злоумышленник скрылся. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». В настоящий момент следствие располагает фото и видеоматериал, на котором может быть изображен мужчина, причастный к совершению данного преступления. Гражданам, располагающим какую-либо информацию об этом человеке, следует обратиться к правоохранительным органам.